Ждут! Чувак, помоги! Всем утюг, с вами Глюк и Дуд. Ага. Который постоянно прячется в начале новых серий. Мы продолжаем проходить скрипт-механик испытания, так, не спеша, по чуть-чуть. Поставь лайк, если ты хочешь побольше таких испытаний, упоротых, веселых, классных. А мы начинаем. Так, во-первых, нам что нужно сделать? Нам нужно сделать какую-то машинку, которая будет, да, делать пиу-пиу вот в эти места. Мы сможем это сделать? Да, сможем. Причем мы должны не просто пиу-пиу сделать, мы должны сделать пиу-пиу, который прям пиу-пиу-пиу. Прикольно. Ты стой! Ты же убьешься! Привет. Доставка еды. Я тут заработал над поворотным механизмом, а ты что делаешь? А я доставку устроился. Зачем ты насилуешь рекламный щит? Он мне нравится. Вспоминаешь молодость свою, да? Посмотри на арт на щитке и воплощение в реальный щит. Действительно, прям вот один в один ты сходишься с ним. Просто зеркальное отражение. Только учебник надо в руки взять. И только тебя надо в черный покрасить. Yeah, wanna... Дебилы. Да, ты же понимаешь, что никто из нас ничего вообще не подцепил. Да. Вот так мы точно не перевернемся. Говори за себя. Я перевернусь. Давай, ставь. Я хочу поскорее проехать. Да подожди ты. Скорее хочу, у меня не могота. Ты у меня на месте. У меня колеса у тебя крутятся, сходят с ума, но ты стоишь на месте. Да ты укурился просто. Я еду. Да вообще все хорошо. Хорошо едешь. Ты стреляешь в один край, оно разрушается с другого края. Так и нужно. Вот только надо поднять, еще будет. Я добрался до первой кнопочки. Отлично. И я нажал ее, чувак. Да ладно. Да. Руш. Ломай. И даже вторую кнопку нажал. Теперь нужно умудриться попасть вот туда. Слушай, да это простое испытание вообще за раз-два делается. Ага. Давай, давай, и сможешь. Прицел сбит. О. Все, серьезно, так быстро, так легко, так просто. Один из просто самых изи. Да. Ой. Так, это уже следующий. А не, она легкая. Да тоже изичная, то есть попасть просто на ту сторону в этом, то выключатель. А до этого был монорельс и вот эта грёбаная раздвигающаяся машина. Да, Найс. Да, а сейчас вот такое, типа... Да тут в палку просто пострелять надо, я думал, там вообще переключатель, а здесь просто в палку пострелять надо. Ты можешь вообще любую расстыку просто сделать с одним колесом, и это прокатит. Пожалуйста, строй, что я мешаю, что ли?
Напишите в комментарии, мешает глюк или нет. Глюк не мешает. Глюк молодец. Глюк умный, наверное. Чуть-чуть. Это пока не точная информация. Это не доказано. Ты ничего не докажешь, понял? А, то есть для тебя это оскорбление. Да! Подлец. Все, не буду я с тобой играть. Ладно, игра заставляет, поэтому придется. Давай, заводи! Ой, заводи, мы без двигателя. Что за твою мать ты творишь? Это художественное художество. Угу. Художественное художество глюка. Блин. Ясно. В смысле? И? В смысле? Чё? Машина! Где она? Так, подожди, F5. Фух, нормально. Я уже думал, всё. Отдай. Я напущу тебя. Мне в ту сторону заворачивает. Ладно, садись на свою растыку. Только сделай мне унитаз, пожалуйста. Поставь унитаз вот спереди, как знаешь, вот это вот фигурки спереди ставят. Во. Теперь я эта фигурка. Вперед! На штурм! Только не врежься никуда, а то мне больно будет. Должна же нормально ехать. Ну ладно, чего? Что за дракстер сейчас был? Это было не... Стой, нормально. Все нормально. Садись ко мне. Все, ехаем. Окей. Сейчас пройдем челлендж. Прошли. Ладно, глюку давать ну, сильно мощные автомобили нельзя, я понял. Ты опять машину на металлолом сдал? Это ты ее сдал. Нет, ты она сдал. Вообще из дерева. Она вообще из дерева. Какой там металлолом? Сдавайся. Я направил на тебя свое оружие. Я знаю, где ты появишься. Я тебя покрашу. Ладно, уговорил. Ты видел, с какого положения она стала, да? Давай. Дракстер. Вперед! Ладно. Поехали! Кто-то просто не умеет управляться с высокомощными автомобилями. Какой ты меткий. Самый меткий человек на свете. Очень меткий. Ну чего ты вперед не сдал? Подожди. Ты не врубил. Я хотел. Так, дрифт. Интересно просто, а что будет? Это как бы в этом же режиме нас ни разу не зажимал. Конечно. Надо было черный сделать. Красненький. Вперед! Есть. Порядок. Отбивная из глюка. Покупайте все. Вот. Чувак, помоги! Спаси! Зачем? Ты идеален. Ты наполовину в бетоне. Да, я вижу. А я умудрился на пузо сесть вообще. Привет. Привет. Вообще неплохо так. Как можно было на пузо сесть в такой ситуации? Сядь на унитаз и давай ко мне. Окей. Сможешь там дотянуться? Да. Пробелом вылазил? Да. Привет. О, здрасте. О, ты меня выпихнул. Ой, вот. Ой. Что происходит-то? Происходит небольшой... электрофорез глюка. Вот как он выглядит с утра, если его разбудить. Вот теперь можно нормально проходить. Почему она гальмует на месте? Не знаю. Вот это дрифтанул. Не, это я не дрифтанул. Дрифтун. Нул.
продрифтался. Олег, что вы такое говорите? Ну просто вы продрифтались, сударь. Прямо здесь, сударь, в ролике. Прёте вы, сударь, говорите. О, смотри. Прикол хочешь? Хочу. У нас нету поршня. У нас нету поршня. У нас есть контроллер, который разложится, да, наверное. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.